Федеральные власти поддержат строительство детской инфекционной больницы в Омской области. Первый транш поступит уже в этом году, сообщила в своем телеграм-канале депутат Госдумы Оксана Фадина. В 2022-м она и губернатор Александр Бурков добились включения поправки, связанной с софинансированием работ в проект бюджета страны. Это значит, что уже в 2023 году региональная казна получит больше миллиарда рублей, а в 2024-м еще 500 миллионов. Напомним, необходимость построить в регионе инфекционный стационар для детей губернатор обсуждал с президентом России Владимиром Путиным еще в 2021 году. Однако тогда получить финансовую помощь сверху регион не смог. Вторая попытка оказалась более успешной. Стоимость проекта оценивается в 5 миллиардов рублей. Сдать корпус в эксплуатацию подрядчик должен в 2027 году. Однако его еще предстоит найти. Минстрой займется этим, когда региональное министерство здравоохранения подпишет соглашение с федеральным. А это, в свою очередь, случится после выделения средств.